Канаевой, с каждым годом становиться все масштабнее и лучше, собирать под своей гидой сильнейших спортсменов и радовать поклонников художественной гимнастики необычайной красотой. Губернатор Омской области Виталий Павлович Хаценко. Очень рад, что у нас в регионе появился такой замечательный турнир. Отдельное большое спасибо это Евгении Канаевой, которая стала идейным вдохновителем, всей команде, которая работала над этим турниром, всем партнерам, которые оказывали содействие. Всем большое спасибо. Годом всегда мероприятие приобретает больше ажиотажа, и нам хочется всегда удивлять. У нас в этом году и приехало много девочек, и приехала основная сборная России, и плюс у нас невероятные гости и участники нашего шоу. Люди будут счастливы, зрители, гости наши из других стран. Что будет такая поддержка, она намного круче, чем в прошлом году. В прошлом году тоже хорошо поддерживали, но сегодня было много народу там, очень дети маленькие поддерживали. Многие сказали, что намного стало эмоциональнее, работа корпусом стала совсем другой, потому что всегда от меня ее требовали. Там волну, там доделать корпусом, там, и я стараюсь это все сделать. Очень серьезный, ответственный. Сегодня, наверное, лучше всего получился обруч. Вот. Он более запомнился мне, наверное. Не было грубых ошибок. Очень нравится музыка и сама композиция. Как
никогда не загадывают, кто кем станет. Они должны все работать, и уже кто из них окажется более работоспособным, более старательным, те и выйдут наверх, как Женя.